Привет, дорогие друзья! Ну что, это продолжение про распятого мальчика Майдана. Смотрите, что было. Давайте говорить прямым текстом. Были демоны, которые уничтожали страну. Демоны грязные, с грязными ногтями, да, непонятно, на непонятном языке изъясняющиеся. Черти настоящие, которые уничтожали страну. И были овощи, которых поливали... которые поливали фейками. А кто их поливал фейками? Украинские средства массовой информации. Те самые скоты, которые должны были бы сидеть сейчас. Сидеть за все те преступления, которые они совершили тогда, вливая в уши эти фейки, эту чудовищную ложь. Краткое содержание предыдущей части. Протягом всех 8 днів Дмитра Булатова катували. Його тримали в темному приміщенні з зав'язаними очима. Останні 2 дні навіть не годували. Його катували, різали вуха, пробивали цвяхами руки, хотіли виколоти око, але, на щастя, хоч цього не зробили. В нього сильно побите обличчя, струс мозку, йому порізали вухо і навіть розпинали. По звірячому побито. Його порізали, його сильно били, над ним здівалися. Весь в синцях зі знаками катування. Зі знаками катування. Його кілька днів тримали, кілька останніх днів без їжі. Там багато травм, багато слідів від катувань. Ще кажу, якби побачили його тіло, вони... від нього добивались, вони хотіли узнати, откуда у нас істочники фінансування. Врачи видят, что он, у него живого места нет. Обличчя, порізане обличчя, його розпинали, невідомі є рани, колоті на руках. Самым страшным, как он сам рассказывает, было его распятие неизвестными, которые прибили его руки гвоздями и отрезали ухо. Чоловіки розмовляли з російським акцентом. Меня натолкнуло на мысль, что это был русский спецназ. То, что сделали с Булатовым, с тем казаком, это оконченный состав преступления, достаточный для обращения в Гаагский трибунал. Спустя пару месяцев поплыл сначала один друг и дал показания, из которых следовало, что Булатов не имел большого отношения к автомайдану. И вообще, может быть, скорее всего, можно предположить, что это самопиар, и он сам себя похитил. Через некоторое время еще один друг поплыл. Вот этот вот, помните его? Сергей Поярков. Состояние, конечно, когда я увидел, я был в шоке. Просто в шоке. Потому что когда ты видишь близкого человека, своего друга в таком состоянии, просто реально рвать хочется. Хочется порвать. Порви себе свой тухлый зад, Поярков. Читаем показания. Он дал показания, в которых заявил, что слышал о версии о самопохищении. И эта версия имеет под собой основание, потому что Булатов был отодвинут от руководства Майдана. Но когда его спрашивают... А вы как бы, может быть, это стоило озвучить или в таком плане. Поярков выдает интересную фразу, что было нецелесообразно тогда говорить об этой версии, потому что они боролись с Януковичем. И если бы эта версия прозвучала, то есть, смотрите, они знали о том, что, скорее всего, Булатова никто не похищал, никакого русского спецназа, никто от него не добивался никакой информации про то, что там кто финансирует там автомайдан и так далее. Они это знали, но это было нецелесообразно говорить, потому что это могла использовать власть. Они врали из целесообразности, революционная целесообразность. Потом появляются другие свидетели, в частности Клых, помните такого? Не так давно он был обменен, потому что томился в застенках Российской Федерации. Потом его обменяли. А до этого он имел отношение к автомайдану. И Клых дал показания, в которых сказал, что по его информации Булатова не похищали. А вполне возможно, он прятался на некой базе отдыха, там, или какая-то там база, у его друга Юрия Зазули. Вот еще одни показания от некого Поцелуйка, тоже от 2014 года. Вопрос, чему самое вы вважали, что Булатова никто не выкрадав? И чи підтримуєте ви свою думку на теперішній час? Так, поскольку я умею анализировать и понимаю, что эта личность фактически никому не была нужна, мотивов для того, чтобы его воровать, тоже никаких не было. Кроме этого, непосредственно от Булатова за 2 дня до того, как его как бы выкрали, я слышал слова, что он планирует свое похищение, поскольку ему опасно находиться в Киеве. Я просто промолчал, поскольку понял, что он сказал мне эти слова с целью, если он где-то исчезнет, чтобы я не разыскивал его. То есть они все знали.
и вливали в уши дичь по поводу российского спецназа, который похитил его и распинал. Как вы относитесь к телесным повреждениям, в частности, к частичной ампутации уха и к проколам ладони обеих рук? Ответ. Я лично видел ампутированную лишь маленькую частичку мягких тканей правого уха, а на руках лише слабо видимі місця проколів і не пошкоджено сухожилля. Начебто всі ці ушкодження робили максимально делікатно. Максимально делікатно наносились повреждения викраденному російським спецназом Дмитрию Булатову, из которого в своє время сделали икону очередную Майдана. Помните, как Порошенко рассказывал про наручники? Я сейчас вам объясню по поводу деликатности повреждений. Его тримали в наручниках, затягивали, робили ласточку за спиною, робили, ну... Ну, теперь лично Порошенко. Вот это вот материалы судебно-медицинской экспертизы. Смотрите, все, что я сейчас публикую, публикуется впервые. Это эксклюзив. В почтовый ящик подбросили. Зокрема, необхідно зазначити, що будь-яких тілесних ушкоджень в області променево-зап'ясних суглобів, які могли утворитися від дії наручників, не виявлено. Ніяких наручників не було. Всі от ці розказні о ласточках і ще щось, це просто видумки, фантазії. Ну а тепер касательно делікатності повреждень. Я вам говорив, обратите внимание на те, що було в судмедекспертизі, о том, що нет нагноєння. А это очень важно. Знаете почему? Учитывая локализацию и характер обнаруженных телесных повреждений, можно сказать, что могло мати місце самоушкодження с боку Булатова або ушкодження за домовленістю з сторонньою особою з дотриманням правил дезінфекції та гігієни. Я объясняю. Ему наносились эти повреждения обработанными спиртом, гвоздиками. И поэтому не произошло нагноение, на что моментально обратили внимание эксперты и указали это в своих экспертизах еще в 2014 году. В 2019 году была полная экспертиза дана, потому что нужно было с этим делом что-то решать. Отсутствие нагноения свидетельствует о том, что ему наносились вот эти вот телесные повреждения аккуратненько, обработанными специальными составами, гвоздиками. Некоторые свидетели напрямую указывали о том, что он скрывался в неком доме отдыха у своего товарища. Вот здесь указывается, что Хаджиев, он не верит, что тот выходил на улицу без сопровождения, что тот выходил на улицу без тревожной кнопки, которая всегда была при нем. То есть следствие и вот сами эти участники и организаторы Майдана знали, что это ложь. Тем не менее, Булатов был назначен министром, на секундочку, молодежи и спорта, да? А о том, что они выяснили, что это было самопохищение, к слову, он должен проходить по статье 383, часть 2. Эта статья предусматривает даже наказание в виде тюремного заключения. Но, тем не менее, он был назначен министром, а все вот эти вот материалы были потеряны. А люди в правоохранительных органах, которые заявляли о том, что это была инсценировка, их тоже начали из органов убирать. Вот здесь Оксана Шкода, тоже одна из свидетельниц, с ней также было проведено следственные действия, она указала, что по ее информации он скрывался в комплексе, принадлежащем его товарищу Юрию Зазули. Да? Была проведена психиатрическая экспертиза, которая также показала несоответствие его поведению тому, как ведут себя люди, когда с ними происходят такие неприятные события. На протяжении недели пытали, распинали, не кормили. Уже в 2019 году, когда начали допрашивать этих же свидетелей, да, они, конечно, разговорились. Они стали более разговорчивыми. Чего ж молчали так долго? Вот что единственное, что меня волнует. Свидетель сообщает о том, что Булатов предупредил его, что им готовится какое-то феерическое событие, которое вновь вызовет интерес к автомайдану. Готовил он некое феерическое событие. Что же это было за феерическое событие, как вы думаете? И да, интерес потом опять был восстановлен. Более того, Булатов даже проскочил в кресло министра.
Ну, теперь к материалам уголовного дела. 19.03.2020 года, то есть 19 марта 2020 года, Булатов был дополнительно допрошен в качестве потерпевшего. Однако в ходе допроса на вопросы следователя по поводу уточнения сведений, сообщенных им ранее, последний четких ответов не предоставил, ссылаясь на допрос от 06.04.14. Кроме того, последний отказался прокомментировать и знакомиться с вышеупомянутым заключением экспертизы номер 92 от 29.11.19 года. В ходе досудебного следствия были выполнены все возможные следственные действия, по результатам которых следователи установленно пришли к выводу об отсутствии уголовного правонарушения по поводу сообщения о похищении, незаконного лишения свободы и пыток Булатова. Зато собранные доказательства могут свидетельствовать об инсценировке последним указанных уголовных правонарушений с целью достижения таким образом собственных корыстных целей. Таким образом, есть все основания полагать, что вышеуказанные уголовные правонарушения в отношении Булатова не нашли своего подтверждения, в связи с чем 27.03.20 уголовное производство номер такое-то было закрыто. Но, извините, значит, должна быть переквалификация в другую статью, в 383-ю часть, вторую, потому что группа лиц специально вводилась в заблуждение следствия и общественность ради получения своей корыстной вигоди. Хто-то буде наказаний от за це? У нього сильно побите обличчя, струс мозку, йому порізали вухо і навіть розпинали. По звірячому побито. Скоріше всього, ні. Тому що скрепи Майдану – це нечто незиблеме. Тому що не буде цих скреп Майдану. І у бидла, яке бігає з цим Майданом, вот так вот, підняв його на древко, не буде що піднімати. Тому що якщо вскроється реальна правда о том, що там відбувалося, і обо всіх вот этих вот скрепах, на яких вони двигали своє движення, то не на чим буде взагалі їхати вот этой вот всей гоп-компанії. Мені подобається розоблачати скрепи Майдану. Це не останнє, повірте. Пока. Подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить.